Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Мой ник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, чуваки, сегодня у нас будет тест-драйв. Вот такой вот малышки, это Слива. По-моему, 15-я, если не ошибаюсь. Хотя, может, и нет. Она у нас, пацаны, на дисках, в виниле и в полном тюнинге, да, пацаны. Она валит просто дико. Реально, очень хорошо валит. Спасибо, кстати, подписчику, вот, Макс Валисов. Он предоставил мне свою тачку. Вот, это его машина, короче. Просто конфетка. Просто конфетка. Так. Давайте спросим, за сколько ты ее купил и сколько в нее вложил. Давайте спросим у него. Тачка очень крутая. Помните, у меня был проект еще давно. Я думаю, многие, наверное, не вспомнят. Но кто давно на канале, тот вспомнит. Снежок. Такая была алого яркого цвета. Тоже на дисочках была у меня. Еще до ГО, по-моему. Не, после первого ГО, по-моему, да, была. Я вложил 300 тысяч. Так, взял салона за 3.15 и вложил. Понятно. Понятно. Она тебя устраивает. Есть минусы. Давайте спросим, она его устраивает или нет. Давайте откроем капот. Наверное, багажник. Посмотрим, что у нас здесь. Пацаны, кстати, нравится вам такая будет рубрика, если я буду снимать именно чипованные машины в полном тюнинге. И кто может предоставить тачки такие, то пишите. Ну, кроме BMW M5.60, потом кроме E63 Mercedes и кроме Yamaha, кроме Silvia. А так другие машины можете предлагать, но только в полном тюнинге, прям в полном. Предлагайте такие тачки, я с радостью возьму на тест. Так, у нас под капотом здесь вот такой вот мотор. Ниссановский. Не знаю, это 2GZ или 1GZ. Или вообще это не GZ, я без понятия. И вот такой вот багажник. Так. Полностью устраивать, не жалею покупки. Так, окей. Давайте закроем тачку. Точнее, закроем багажник, капот. И давайте посмотрим от первого лица салончик. Я думаю, тоже можно глянуть. Но салон здесь не очень. Салон, конечно, не очень. Ну да, салон не очень, но, блин, тачка реально крутая. Я помню, она у меня была в стоке, то мне она очень нравилась. Прям вообще топчик тачка. Извиняюсь, если буду заговариваться, пацаны, потому что сейчас время у нас полмыска, пол второго ночи. И вот чувак предложил мне, я на лесорубах работал. У него вот бита стоит. Ну, это такие... Ну, это да. Давайте уже поедем на ней. Максималочка, я, кстати, не знаю. Ну, он говорил 140 максималка. Пробег у нее маленький. 222 километра всего лишь. Поэтому как-то так. Чё? Давайте на ней разгонимся, покатаемся. Но едет она очень даже бодро, и на ней можно валить боком. Вот так просто можно жестко валить боком. Боком реально, как бокоход, тачка вообще идеальная просто. Просто реально идеальная тачка, как бокоход. Боком валит просто пиздец как. Наверное, никакая тачка так боком не валит. Я на бэхе, но бэха так не сможет дрифтить, потому что, ну она тяжелая, во-первых. Так, давайте пробуем в порозы зайти. Ай-яй-яй, улетели. Ах, не получилось такой порозы зайти крутой.
Ну, тачка реально зверь просто. Я вообще тоже такую взял на самом деле. Хотя давайте ее побольше изучим. Ну, блин, валит она реально очень хорошо. Надо было, конечно, ремку купить, но ладно, ничего страшного. Думаю, так все будет нормально. Так, давайте бочком дадим. Я бы на трек заехал на ней, но, к сожалению, я не смогу туда заехать. Оп. Фух, вообще идеально. Видели, как я вырулил просто? Это было круто. Максималка в рублях у нее 140. Вот, 139 она выжимает. 140 максималка, грубо говоря. Не, ну блин, 140 это довольно-таки круто для этой машины. Сколько она едет с салона? Давайте спросим, мне реально интересно, сколько она будет с салона ехать. Чтобы было с чем сравнить. Хотя можно и альтом ехать, 97. Не, ну блин, 43 километра это плюс 140... Плюс 100... Блять. Плюс 43, пацаны, километра, это довольно-таки круто. Это довольно-таки круто, вообще, изи, просто. Так, давайте сейчас до Кремля доедем, еще там боком пробуем дать. Не знаю, получится или нет. Винила не стоит, я не знаю, пацаны, у меня просто старый модпак стоит. Я не знаю, такой у него винил стоит или нет, на самом-то деле. Многие спрашивают, почему я не скачиваю новый модпак. Пацаны, он сильно лагает и крашит. Понимаете, поэтому я не знаю, не хочу пока его ставить. И вполне он меня не устраивает, как... Ну, мне там Мерседес вообще не нравится, я 63-й. Хотя я, кстати, задумался его продать и купить себе другую тачку. Многие думают, что я хочу себе М2 купить, но нет, чуваки. Эта тачка стоит намного дороже, я вам скажу. Не Rolls-Royce, не Maybach, но... Мне эта тачка очень нравится. И она у меня была когда-то, кстати. На Кирилл Футбуль. Она у меня была. На ней можно реально вот так просто, блин, гасать. Она реально очень круто дрифтит. Серьезно, я думаю, никакая тачка так не дрифтит, как эта. Это Шелеги у нас. Она вообще, вот, с нитро вообще, ну, просто разворачиваю сразу. Я на ней не дрифтил до этого. Я вот сейчас только на видосе дрифчу, когда вы смотрите. То, блин, я еще к ней не привыкнул особо, поэтому не хочу разложить. У нас, тем более, по-моему, ремки нету. Поэтому сейчас зайдем бочком. Вот так вот. Не, ну тачка реально валит очень круто. Блин, я бы себе тоже такую купил. Вот почему нельзя иметь там машин 10 хотя бы? Я бы себе тоже купил ее. Ну хотя у меня сейчас деньгами очень тухо, пацаны, чтобы поднимали. Прям очень тухо. Я вообще собирался всю ночь работать на лесорубах. Но вот чувак мне предложил снять его тачку. Я думаю, блин, ну реально, почему бы не снять такую машину? Тем более слива. Валящая слива. Дрифтовать на ней вообще охуенно. Ну, дрифтить реально на ней очень круто. Серьезно. Прям просто охуенно. Ее, видите, просто в бок так кидает жестко. Так, давайте пробуем. Если бы еще сейчас дождь пошел, я бы думал, я бы вообще с ней не справился. Вот так вот, прям на грани просто идем. Ну реально. Чип, конечно, ну такой. Не, чип хороший, но бывает. Он просто жестко кидает тебя в бок. Но это редко происходит, поэтому ничего страшного. Ух ты, блин. Давайте зайдем сюда. Немного подрифтим. Ай. Ай. Блин. Затормозил. Поздно. Блять, поздно. Ничего. Да блин, я хотел, чтобы она у нас целая была все видео. Ну, ладно. Давайте подрифтим. Здесь попробуем. Был мини-краш-тест. Да. О, блин, видите, как у нее жопу закидывают просто. Если вот так жопу он закидывает с чипом, все, это пипец просто. У меня на бэхе такое было. Давайте пробуем пятаки покрутить на ней. Смотри, как просто пятаки крутить на ней, охеренно. Не знаю, блин, вот думаю, раньше, да, она не очень популярная тачка была, но, блин, сейчас она вполне себе даже охуенная, я бы себе взял бы такую, и вам бы советовал ее купить. Ну, реально, я проехался, но минусов никаких нет, есть на нем винилы разные. Не знаю, возможно, это просто винил стоит Элегии у меня, потому что у меня не стоит новый модпак.
Поэтому он может быть не такой красивый, как на самом деле. Хотя хрен знает, чуваки, хрен знает. Я просто не видел ее в виниле, поэтому... Ну, судя по всему, да, это просто обычный винил Элегии. У меня без модпака, ну, это вот... С модпаком будет вообще другой винил, красивый. Судя по всему, ну, ничего страшного, ладно. Давайте пробуем первого лица дать боком. Так. Так, ну, блин, ну... Кстати, салон у меня такой, ну, можно нормально. Ну, низковато сидим немножко, ну, а так... В принципе, нормально так. Можно не дубасить боком. Вполне себе круто даже. Ну, то есть вы покупаете за 1.5 лям и вложите еще там 1500, может даже больше, и все. У вас тачка едет 140. Ну, 140 довольно-таки нормальная скорость, тем более у нее разгон очень хороший, и боком она валит охрененно. Ну, это чисто тачка, не знаю, наверное, для дрифта, я думаю, больше. Потому что, ну, дрифтить на ней, это, конечно, полный пипец. В хорошем смысле. Поэтому всем советую брать для дрифта, если вы любите дрифтить. Хотя у нас особо таких мест нету, где боком можно повалить. Но вон, как я боком давал по всей трассе, то так можно делать. А с нитро я вообще разворачиваю, к сожалению. Но попытаемся с ней справиться. Так, давайте пробуем большой круг сделать. Извиняюсь, если слышно сильно клавиатуру. Ух ты, блин. Только механические клавиши очень громкие, кстати. Не, ну круто, крутая тачка, мне очень нравится. Я вообще реально такую купил. Напишите, купили бы вы себе такую тачку. Да, она не популярная, не факт, что он, если он ее будет продавать. Это твоя единственная машина. Сейчас у нее спросим. Не знаю, как на повседневную, но, блин. Она еще с этими боссами, кстати, у него другие диски там стоят по-любому. Еще одна до нее. Тоже охуенная. М5. Ну, М5 это да. М5 это да. Давайте на ней еще по городу прокатимся. Не, ну серьезно, блин, ну. Салон, да. Минус это только салон. И то я не думаю, что будете так от первого лица гонять. Потому что, ну, это очень трудно. Прям очень трудно. Сейчас, кстати, поздно, поэтому можно на красный ездить. Давайте пробуем бочком вот так раздать. Вот так вот. Не, ну бочком пришлось продать. Ага. Не, ну... В принципе, я думаю, она тебе заменит спокойно М5. Ух ты, ебать. Жесть. Мощная, сильно. Ах ты, блин. Ничего, сейчас я ему починю ее. И все будет нормально. Сейчас в 100 заедем, ее починим, короче. Тогда. Чтобы она целенькая была. Не, ну мне машина очень, пацан, нравится. Вот, если бы я еще с модпаком ее увидел бы. Я думаю, она вообще там такая соска просто. Потому что винил у меня стоит обычный, знаете... криминаловский, можно сказать. Поэтому он некрасивый, как на, ну, можно сказать. Хотя и так, в принципе, идет, я думаю. Но зато вы еще старый модпак, вы можете тоже винил поставить на машину. Это, я думаю, круто, реально. Поэтому, не знаю, я бы советовал вам ее купить, если вы задумываетесь на ее покупкой. Да, тачка, конечно, не популярная, не актуальная, в продаже будет. Но все же. Так, ну, давайте еще бочком понаваливаем. Ну, боком реально круто едет. Вот, чтобы боком ездить, она просто идеальная, реально. Да и максималка нормальная. И ускорение хорошее, поэтому... Блин, брать можно, пацаны. Реально, брать можно. Уходная машина. Блин, не могу я круг полный сделать. Просто места ей, походу, мало. Ей, походу, места мало, реально. Ну ладно, что, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.
училась.